Мы в Иркутске. Вас как зовут? Тамара Тимофеевна. 27. Вас привела подруга. Еще одна женщина, вы все вместе, я понял, к одному гинекологу даже ходите? Нет, я в Сумчу, я живу в Иркутске. А, вы друга, просто подруга. А вы ходите к одному гинекологу? Понятно. Мы в Иркутске, тут все повязано, мафия. Вас привела подруга в Нугабес. Зачем? Зачем? Я, честно сказать, я... Что она вам пообещала? Вопрос. Ну, я как я сказал, у меня дышка, Наташа, Ирина, говорит, ты походи в Нугабес. Значит, Наташа вам сказала, что вы придете в Нугабес, и у вас пройдет отдышка. Да. И вы ей поверили. Не врачам, а Наташе. Да, я поверил. Вы что, не врач? Не врач. Пекарь, подруга Наташа сказала, пройдет отдышка, идите в Нугабес. Вы пошли в Нугабес. Наташа, пекарь, сказала своей подруге, иди в Нугабес, избавишься от отдышки. Так и было. И она вам поверила. Как вы можете доверять не врачу? Я, во-первых, себе поверила, что раз я приду сюда, значит, будет лучше. И в первую очередь я встала на биохард. Почему? Так, давайте так, с конца. Одышка прошла? Одышка прошла через... Что еще прошло? У меня были шпоры, я лет 5 мучилась со шпорами. Я потом, знаете, ну, после 8 сеансов... Прошли шпоры еще что? Одышка, шпоры, и у меня сильно судороги ног были. Я до боли, страшная боль была. Во время ходьбы появились тоже судороги, или когда спали? Ночью, когда спала, и даже температура поднималась, я мог прыгать. Сейчас прошли судороги? Прошли. Прошли шпоры? Шпоры. Прошла одышка? Вы что, молодец? Да, конечно, я спортом всю жизнь занималась. Мне 77 лет, я не чувствую. Ну. Прошли старые болезни. Да. Они у вас не год же были, эти болезни? Не год? А шпоры-то долго были. А дышка месяца два так была. Mm-hmm. Разок, пока поднималась до университетского, раз 8 отдыхала по лестнице. Сейчас бегаю нормально, да. А дышка пошла, совсем прошла. И чем пользуетесь, Нугабес? Ну, все, что свободно здесь. И накидкой. И биохард, и кровать, и коврики. У Натальи коврик, тут накидка есть, прихожу к ней, и не лечусь еще. Всеми. Она не просто вас привела в Нугабес, она еще дома поликлинику открыла, да? И еще чай. Прием ведет? Да. И чай пьет? Да. И чай. Так что спасибо ей, спасибо Нугабесу. Я приводила и сын, внучка, и даже правнука. Она привела вас, а вы за собой еще остальных тянете. Нет, у меня еще и соседка. Детка за репку, бабка за детку. Короче, как шаска, да? Да. И соседи приводила. Ну, человек 5-6 приводила. И тоже спасибо. Потом я распространяла газеты, почтовые ящики в подъезде. И люди стали, давно они не знали, что это я, но приходят, читают газетки. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, что больше всего убедительно действует в Нугабес? То, что оборудование греет, то, что оно с Южной Кореи, то, что вам подруга рассказала, то, что подруга реклама висит, или то, что вы сами пришли и убедились лично, что это вам помогает? Я убедилась в том, что корейское оборудование это, не знаю, это... Самое него... мощное это ваше впечатление личное? Лично впечатление очень личное, особенно кровать. И биохард. Я только вот, знаете, после этих двух оборудований, я думаю, что... Да, домой мечтаете о чем-нибудь? Ну, да, конечно, мечтаю, что? Но не всегда. Что? Ну, я бы взяла биохард. Биохард. Да. Начали бы с биохард. Да, только его взяла. А, Наташа, ты будешь ходить. А, вы распределили. Она накидку, биохард, дети кровать. И поликлинику у себя там заслужили? Ей недавно. Я 9 лет не хожу в поликлинику. Я вам честно говорю. И ничем не лечусь. Не собираетесь? Не собираюсь. Я говорю, только на флюорографию хожу. Потому что надо разбор. Врачи без работы не останутся? Ну, я, знаете, я уже замечание даже сделала. Когда стали говорить, да вы что выдумали? Я говорю, вы боитесь клиентов, наверное, потерять, поэтому нас отговариваете. Ну, мне грубо ответили. В Нугабес он не грубо отвечает? Здесь нет, классно? Нет, ребята, здесь вообще классно. Вот, знаете, так породнились с ними. Во-первых, они грамотные. И, вы знаете, они нас душой принимают.
Я даже не знаю, большое им спасибо. Если бы плохо было все, мы бы на них ходили. Сердце поет, много раз, да? Да, и поем, и они нас чаем угощают, дни рождения отмечаем. Вообще, спасибо. Аплодисменты.